В Краснодаре проходит акция «День приема монеты от населения». Все, у кого скопилась мелочь, могут обменять ее на банкноты и даже получить памятные монеты. Николай Новиков тоже принял участие в этой акции. Готов рассказать о всех нюансах и поделиться своими впечатлениями. Подробности в его сюжете. Это касается практически каждого. Что же все-таки делать с мелочью, которая зачастую имеет свойство накапливаться быстрее, чем тратится? Государство крайне заинтересовано, чтобы металлические деньги не лежали в закромах у населения, а находились в обороте. Размен в любом случае необходим, а чеканить новые рубли очень дорого. Насколько в монетах заинтересованы банки? Решив это проверить на собственном опыте, берем копилку в руки и вперед. И тут ошибка. Чтобы сэкономить время свое и работников банка, монеты лучше заранее отсортировать по номиналу. Поэтому ждать, пока сотрудник банка пересчитает килограмм денег, пришлось долго. Изначальная цель была обменять содержимое копилки на бумажные купюры. Но оказалось, что взамен предлагают тоже мелочь, но уникальную. Перед монетой с талисманом чемпионата мира по футболу устоять было невозможно. Подобного рода акции проводятся в нашем офисе с завидной периодичностью. Пользуются спросом не только у тех клиентов, которые приносят огромное количество денег, а также даже приходят те клиенты, которые приносят буквально там 100 рублей мелочи, чтобы обменять на памятные монеты. Как выяснилось, самые интересные монеты, которые максимально пользуются спросом, это с олимпийскими талисманами и чемпионатом мира по футболу. И таких коллекционеров в день приходит больше сотни. Сотрудники банка рассказывали, что накануне желающих получить уникальные монеты было столько, что образовалась огромная очередь. Но их быстро успокоили, ведь монет хватит на всех. Вообще, у меня с детства увлечение именно увлекаться самими сборкой монет различных валют, и не только нашей русской. И вот пока есть такая возможность для своей собственной коллекции, тоже решила приобрести памятных монет. Уникальные монеты в этой копилке теперь пополнят и мою личную коллекцию. А если и вы хотите стать обладателем таких монет, то берите копилки, собирайте мелочи с карманов и перед походом в банк не забудьте взять паспорт. Только представьте, в нашем крае за прошлый год кассы банков приняли монеты различных номиналов более 1500 мешков на сумму более 7 миллионов рублей. А это, только задумайтесь, более 10 тонн мелочи. Сегодня в краевой столице в акции участвуют 5 банков. И в каждом из них разные памятные монеты. Аналогичная акция у нас проходила и в прошлом году. И не только на территории Краснодарского края. В ней принимали участие все отделения, входящие в состав Южного главного управления банка по Краснодарскому краю. Ну а кому такие монеты неинтересны, могут обменять мелочь на бумажные деньги или перечислить их на личный счет. Продлится эта акция до 22 марта. Николай Новиков, Андрей Барбашов и Александр Сенников. Телекомпания «Краснодар».